Я думаю, что еще будет много разных ответов, и, наверное, каждый студент тоже будет искать для себя ответы. Но что мне помогало в учебе, это осознание того, что учусь не только я, потому что учится со мной моя семья, это моя жена, мои дети, мои родные, мои сотрудники, с которыми я вместе работаю. Потому что когда человек учится, то часть его нагрузки эмоциональной и рабочей, даже преподавательская, ложится на других людей. И поэтому это не я учусь, а мы учимся вместе, потому что создаем эту атмосферу и возможность для учебы. Поэтому я бы вот рекомендовал максимально строить отношения со своим кругом, с домашними, с сотрудниками для того, чтобы успешно учиться.